Сегодня 5 лет Паралимпийской федерации дзюдо. Для нас этот день очень знаменательный, потому что федерация дзюдо, пара дзюдо и Канат Калера практически, наверное, был первым человеком, который пришел в Паралимпийский комитет 5 лет назад и сказал, что я создаю свою федерацию Паралимпийского дзюдо. Бұл федерацияның жұмысы қазір үлкен етек алды. Бүкіл облыстарда федерацияларының филиалдары ашылды. Әлде де осы федерацияның жұмысы нәтижесінде жастарымыз баулуға, олардың үлкен көп көлемде етек жаюына жағдайлар жасалатын болады. Я считаю, что ребята, спортсмены, мальчики, девочки, которые своим примером показывают, в каком бы состоянии они не были, какие бы у них проблемы не были, они показывают, что они могут, что они хотят, и своим примером показывают даже полностью здоровым, стопроцентным людям, что надо стремиться к своей цели, к своей мечте. Всех переизбранных членов поздравляю от всей души. Я думаю, что у нас все будет впереди. Мы поддерживали и поддерживаем. Казахстан Республика Паралимпийская Федерация. Туктан говорит, бешилдами. После бешилды жасаған еңбегімізді жақсы бағамен бағаланыңыз көп көп рахмет. Уважаемые друзья, хотел поблагодарить. Сегодня у нас знаменательный день. Прошла юбилейная встреча, конференция Паралимпийской Федерации дзюдо. Наша федерация поставила главной задачей и целью подготовка наших атлетов-спортсменов к предстоящим международным паралимпийским играм в Токио 2021 года.